Виз группы никак не влияют на геймплей, это инструмент для удобного обращения с редактором. Визы бывают двух типов – автогруппы и ручные. Автогруппы создает сам Hammer, в нем отображается два типа объектов – геометрия и entity. Внутри каждой из групп находятся подобъекты. Например, у геометрии это может быть небо или нодра. Вы по своему желанию можете прятать отдельный объект, например, небо, и оно будет отключено при компиляции карт. Это очень удобный инструмент. К примеру, если вы хотите скомпилировать карту без Entity вообще, просто уберите галочку. Ну, про автогруппы вроде бы все. Теперь перейдем к ручным. Выделив несколько объектов, мы можем сгруппировать их в отдельную виз-группу и дать ей уникальное имя. Эти объекты можно перемещать отдельно друг от друга, но при желании спрятать все вместе можно, убрав галочку. Если есть необходимость, виз-группу можно редактировать. Нам позволено менять имя и цвет, либо просто удалить виз-группу. Не объекты, а именно связь между ними. Ну и последним будет возможность объединять разные виз-группы в одну. Для этого достаточно выделить группу и перетащить на другую. Чаще всего виз-группами пользуются при работе с большим количеством хинтов и всевозможных триггеров, чтобы ничего не мешало глазу дизайнера. Надеюсь, этот урок был полезен. Приятных часов работы и удачи, тамадачи!